За что задержаны сотрудниками полиции? За незаконную продажу запрещенного к продаже омуля. При каких обстоятельствах вас задержали? После того, как одна молодая девушка купила у нас рыбу. Каким способом вы осуществляли вылов этой рыбы? Сетями. Ну, мы, во-первых, не думали, что попадется омуль. Мы ставили, не первый раз там ставим сети на сыровую рыбу, на сорубу. А тут попался омуль. Прекрасно понимали, что запрещен к вылову. За что задержаны сотрудниками полиции? За продажу рыбы. Какой рыбы? Омуля.